Новое золото скифов. В Крыму археологи нашли клад золотых изделий. Он сопоставим со знаменитой коллекцией золота скифов. Это находки того же класса, что и арестованные в Нидерландах. Скифское золото 2000 артефактов было вывезено на выставку в Амстердам. После воссоединения Крыма с Россией коллекцию арестовали по просьбе Киева. Украина считает коллекцию своей. Суд по апелляции крымских музеев должен пройти в октябре 2017 года.